Доходная часть бюджета в 2023 году увеличена на 387 миллионов рублей, в основном за счет субсидий из бюджета Краснодарского края. Средства будут направлены на развитие жилищного строительства для переселения граждан из аварийного фонда, а также на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов и обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся муниципальных образовательных организаций. Парламентарии поддержали дополнительную меру социальной поддержки в виде обеспечения дымовыми пожарными извещателями мест проживания малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, либо в социально опасном положении. На территории муниципального образования город-курорт Сочи проживает 5030 семей, которые попадают под критерии оказания дополнительной меры соцподдержки. В них проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. А уже 7 декабря в городском собрании Сочи будет проходить первое чтение, где будут рассматривать бюджет на 2024 год.